Я тебя не вижу. Может, перезапуститься? Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте, на канале Итон ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня веду я, Михаил Горин, мои собеседники, израильские журналисты Цви Зильбер и Марк Горин. Коллеги, приветствую вас. Привет, привет. Марик, привет, Марк, у тебя какие-то проблемы? Да, я себя не... Может, перезапуститься? Не надо ничего перезапускаться, оставляй. Все оставлю, как хорошо. Окей. Да. У нас в Израиле праздники, отмечаем, точнее, отмечали до недавнего времени, уже закончился праздник Песах, но первая его неделя выдалась совсем не праздничная, а очень тяжелая и напряженная. Это были эксцессы на территории мечети Аль-Акса, тяжелые теракты, обстрелы из Газы, ракетные обстрелы со стороны Ливана, а что называется вишенкой на тортике, стали еще обстрелы из Сирии, чего не было вообще очень много лет. И вообще стали говорить о том, что вот оно свершилось, Израиль начинает войну на несколько фронтов. Но потом вроде все как бы затихло, хотя непонятно насколько и вообще что это было. Это была чья-то репетиция будущей войны. Или же случайно так все совпало? Цви, ты представляешь себе, у тебя есть представление о том, что это были случайно сложившиеся компоненты напряженности, которые часто бывают в Израиле, особенно в праздники? Или же это что-то больше смахивает на чью-то организованную провокацию? Ну вот были публикации Йони бен Менахем, потом Мордехай Кейдар, очень известный иронист, востоковед, профессор Бар-Илянского университета в Макор Ришон, опубликовал статью, что на самом деле за этим всем стоит некий разум, и этот разум иранский. Что Иран запустил, дал ход стратегическому плану, который был разработан еще Сулеймани, которого ликвидировали американцы, и он предполагает уничтожение государства Израиль. Он предполагает начало войны одновременно на всех фронтах. То есть это должно быть нападение Хизбаллы и других группировок с территории Ливана и Сирии. Это должны быть волнения на палестинских территориях, так называемый Западный берег, а также внутри Израиля в городах со смешанным населением. Это должны быть массированные ракетные атаки из сектора Газа. К этому должны подключиться хуситы йеменские, которые могут оттуда запускать свои беспилотники. Точно так же, как и иранские прокси на территории Ирака, Сирии и так далее. И так далее. То есть вот подтянуть всех, создать такой объединенный фронт против Израиля и совершить нападение. И причем там идут ссылки с неких экспертов из израильской военной разведки ОМАН, которые считают, что в течение ближайших 12 месяцев эта война случится, эта война начнется. Вот. У меня такая концепция вызывает сразу целый ряд вопросов, потому что, нам известно, что в Иране поверили в то, что Израиль находится на грани краха из-за внутреннего кризиса, из-за раскола в обществе, из-за протестов против судебной реформы. Они, глядя со своей вот этой тоталитарной колокольни, считают, что протесты в Израиле и протесты в Иране, они примерно одного и того же характера, что Иран может эти протесты жестко подавить, а вот в Израиле эти протесты не могут жестко подавить, поэтому Израиль раскачивается. Но на самом-то деле эти протесты отличаются тем, что да, израильская власть легитимная, и здесь никто не протестует долой режим и, значит, за смену правящего режима демократического на какой-то другой. Может быть, как раз-таки тут протестуют наоборот за укрепление демократии. А вот в Иране протесты против хиджаба, против религиозного насилия, они сразу переходили в политические. Смерть диктатору, смерть режиму и так далее, и так далее. Там протесты совершенно другого характера.
И иранцы, наверное, не улавливают эту разницу, потому что они же считают, что во всем мире такие же отношения, как и у них. Во всем мире есть власть, есть народ, народ эту власть ненавидит, власть должна окутывать его своей идеологией, подавлять, репрессировать и заставлять сидеть тихо. Вот. И кроме того, ну, я не стал бы усматривать за беспорядками, которые мы видим на Храмовой горе, за той волной террора одиночек, которую мы видим в последнее время, в частности, с участием арабских граждан Израиля, я бы не усматривал за этим руку Ирана, потому что это просто невозможно. Невозможно, чтобы массы палестинцев вышли на улицы протестовать, бросать камни по приказу из Тегерана. Этого невозможно организовать. Для этого нужна абсолютно действующая сеть. Да, мы знаем, что даже Хамас не выполняет приказы Ирана. Хамас может к ним прислушиваться, но агентом Ирана на палестинских территориях является все-таки исламский джихад. У исламского джихада на территориях палестинской автономии не такие уж прям сильные позиции, потому что сама палестинская автономия с этим джихадом всеми силами борется. Поэтому вряд ли получится вот так вот по щелчку из Тегерана. Кроме того, давайте не забывать, что Касым Сулеймани был очень талантливой, яркой личностью. Кровавым палачом, абсолютно аморальным религиозным фанатиком, но при этом был очень талантливым человеком, в отличие от своего преемника, вот этого, как его, Кани его фамилия, кажется, который показал себя такой очень-очень серой мышкой, очень такой серой лошадкой. Я имею в виду главу вот этого корпуса Куц, Да, который корпуса отвечает стражи исламской революции. Нет, это отряд подразделения Куц, Куц-то Да. Иерусалим, да, который занимается Цви, я именно вернусь к тебе международной чуть позже, я хочу обсудить еще одну версию происхождения всех этих волнений с тобой. А сейчас слово Марку. В принципе, тот же вопрос к тебе. Я только добавлю его одним замечанием некого политолога израильского, который говорит, что вот в противовес тому, что говорил в самом начале Цви, что у нас как какая-то напряженность в Израиле происходит, так во всем виноват Иран. Даже если мы просто сами наступили на те грабли, на которые привыкли наступать в любое время. Но это он имел в виду события на Храмовой горе. И он проводил тогда, этот же журналист проводил параллель с теми событиями, которые были в Израиле примерно 2 года назад, когда у нас была операция «Защитная стена» в ответ на волнение в городах со смешанным арабско-еврейским населением. Так что же все-таки, на твой взгляд, произошло? Случайно сложился этот кубик Рубика, или же это кто-то вот такой таинственный дьявол все это организовал? Я думаю, что здесь имели место обе причины. И Иран, и грабли, на которые мы все чаще и чаще наступаем. Безусловно, Иран наш враг, и он всегда ищет нашей слабости, он готовит планы на случай этой слабости. И эти планы наверняка совершенствуются, потому что иначе трудно себе представить. Наверное, и в любом государстве военные планы, в данном случае в террористическом государстве, которое является нашим прямым врагом. Это такая жизнь. У нас есть враги. Они строят против нас планы. Эти планы совершенствуются, становятся более опасными. Но Иран понимает, что он, это известно, я в данном случае не пытаюсь занимать шапку закидательством, что в конвенциональном военном смысле он слабее Израиля, и лишь бы просто так нападать, он, безусловно, не готов, и считает, что это не глупые люди, они очень плохие люди, но не глупые. Тем более того, сегодняшнее нападение, возможное нападение, еще важнее для Ирана, потому что он пытается таким образом успокоить свои проблемы. Как бы всегда для погашения внутренних сложностей нужна маленькая победоносная война. Она успокаивает. Это тоже понятно. Тем не менее,
Ничего подобного не происходило ни год назад, ни 2 года назад, хотя такая же обстановка была и сегодня происходит. Пришло недавно новое правительство. Первый же шаг министра национальной безопасности, как он себя назвал, внутренним говорили, безопасности, был поход на храмовый город. Я считаю, что евреи должны иметь право ходить на храмовый город. Должны. Но это был явно оскорбительный шаг для арабов, потому что, во-первых, речь шла о Сиоме, во-вторых, о его первом поступке, когда он пришел во власть. Первый поступок всегда демонстрирует какие-то новые доктрины для нового руководителя. Он с этого начал. Он заявил таким образом о своей направленности. Были и другие заявления Смотрича по поводу палестинцев известные и так далее. То есть арабскую улицу в Израиле создательно разогревали, создавая новые вызовы, новые опасности внутри страны. И будем говорить прямо, и профессионально не справляясь с этими опасностями, и наплевал на них во имя своих политиканских интересов. И вот все это вместе, плюс недовольство страны, так называемая реформа, по сути дела, является госпереворотом, вызвал реакцию общества, невольную, а как еще? Надо обществу, нужно защищаться от того, что, так сказать, ему собираются повесить на голову. Все это вместе, 2 месяца не собирался военно-политический кабинет. Премьер-министр занимался законами, которые лично его касаются. Уволили министра обороны, непонятно почему и за что, чем недовольны даже в окружении самого премьер-министра. То ли уволили, то ли не уволили. И вот туда, все это вместе, все эти слагаемые показали Ирану, что да, вот он, кажется, тот момент, которого они так ждали для того, чтобы совершить нападение или хотя бы продемонстрировать это нападение тем, кому они хотят демонстрировать свою силу. Насколько вот говорят такие компетентные обозреватели, что Хамас затевает обстрел, а он обстрел был из-за... Это был... Хизбалла открещивается, извините за слово, открещивается от того, что это она стоит за обстрелом. Она открещивается, это был обстрел из лагерей беженцев палестинцев, где, в общем-то, как бы хозяйничает Хамас. Хамас решает какие-то свои политические задачи. Ну, лидер палестинской автономии, мягко говоря, стареет, они решают какие-то свои политические задачи. Но они тоже увидели, что они могут приступить к их решению, невзирая на то, как поведет себя Израиль. Но при том, что все это Хамас обеих сторон, и плюс тому, что Хамас хотел показать свою реакцию на происходящее на Храмовой горе, там ничего не делается без Хизбаллы в Ливане. Ничего. И на это наверняка нужно было получить разрешение Хизбаллы, а Хизбалле нужно было бы получить, ну, как бы указание или понимание из Тегерана. В результате сложился вот весь этот пазл, который мы реально ощутили. Кто в нем виноват? Ну, друзья, посмотрите. Понятно, время покажет. Цви, вопрос к тебе. Продолжая обсуждать варианты, какие могли быть причин этого обострения, еще один приведу. Мне интересен твой комментарий. Цви Маген, которого ты хорошо знаешь, в прошлом известный дипломат, он был послом и в Украине, и в Москве, возглавлял службу «Натив», сейчас работает сотрудником Института изучения безопасности, в интервью на израильском радио сказал, что он не исключает варианта, что причиной обострения ситуации вокруг Израиля стала Москва, у которой тесные связи как с Ираном, так и с Хизбаллой, так и широкие возможности в Сирии и в палестинской автономии, и в Газе точнее. И что причиной этого могли стать предупреждения Израилю на его возможные желания поставлять конвенциональное оружие в Украину. Как ты относишься к такой версии?
Я уверен, что это все связано, потому что, ну, я считаю, что мы сейчас живем в эпоху Третьей мировой войны, четвертую даже, если третью считать холодную войну, которая просто была холодная между СССР и США, а так в горячем виде она практически беспрерывно в каких-нибудь регионах мира продолжалась. Вот сегодня мы живем в период Четвертой мировой войны, правда, тоталитарный режим, потому что в наше время демократии-то не воюют, да, воюют тоталитарные режимы, они, ну, я имею в виду, нападают, да, и авторитарные тоталитарные режимы. Они предпочитают все-таки войну гибридную. Вот Путин начал войну не гибридную и понял, что совершил очень большую ошибку, потому что гибридную войну проиграть невозможно. А вот не гибридную войну очень даже. И это то, что результаты, которые мы видим на фронте. Теперь по поводу нас. Не далее, как сегодня, в газете «Арец» была опубликована статья со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской разведке. Этот источник говорит, что экспертное сообщество сегодня склоняется к мысли, что усиление союза между Россией и Ираном уже на данном этапе, в том виде, в котором оно есть, позволяет Ирану добиться закрытия воздушного пространства над Сирией. То есть Россия по требованию Ирана, под давлением Ирана, закроет воздушное пространство над Сирией для израильской авиации. Тем самым Россия выбивает одну из подпорок, да, которая находилась под вот этой израильской политикой непоставки Украины наступательных вооружений, боевого оружия. Да. Израиль говорил, мы, в отличие от всех остальных стран антипутинской коалиции, каждый день летаем на расстоянии плевка от российских истребителей. Это действительно так, и мне сложно сегодня представить себе воздушные бои между израильскими и российскими самолетами в небе над Сирией. Лучше не представлять. Я уверен, что этого не будет, но Россия на самом деле может, потому что Россия вообще в последнее время с Израилем разговаривает только языком шантажа, запугивания, угроз и так далее, и так далее. Таким образом, эту подпорку у нас из-под этого довода выбивают. Но даже если она еще пока стоит, то есть Россия еще не заявила официально, что Израиль не может там летать, то фактически это произойдет в тот или иной момент, и это не зависит практически от поведения Израиля. Будет Израиль поставлять вооружение, не будет. Уже нынешней израильской политики вполне достаточно, чтобы выполнять все требования Ирана и подключиться, поддерживать Иран в его борьбе против Израиля. Второй подпоркой это были советские евреи, российские евреи, которые остаются там. В Израиле боялись, что путинский режим может их репрессировать, но вот принятие закона, который уже позволяет репрессировать абсолютно любого человека, которому только выпишут повестку в любом виде, даже в электронном, его можно лишить имущества, закрыть ему выезд из страны, это уже и есть та самая угроза, которая реализуется, потому что наравне со всеми другими российскими гражданами эта мера ударит и по российским евреям. Вообще по-любому. Да, по-любому человеку там. Поэтому и эту подпорку уже как бы выбивают из-под ног у Израиля. И в этой ситуации у Израиля практически больше нет каких-то сдерживающих факторов на поставки оружия Украине, и американцы очень сильно давят на Израиль. Если Иран начнет реализовывать свой план и Израиль не начнет к этому моменту поставки оружия в Украину, то я боюсь, что Биби выступает и говорит, я верю. 7 раз он сказал в одном абзаце, 7 раз он сказал, я верю, искал Кадош Баруху. Вот, он верит в какие-то вещи. Вот он верит, например, в нерушимость союза США и Израиля. А это совершенно не что-то само собой разумеющееся, потому что уже больше года американцы просят, уговаривают, рекомендуют, умоляют Израиль начать поставки оружия Украине. Но справедливости ради надо будет, я хочу заметить, что и прежнее правительство во главе с Беннетом, Лапидом, тоже отказывали американцам. Да, совершенно верно. Это не снимаю ответственность. Не претензия к Бениамину Нетаньяху. Нет, это не претензия к Бениамину Нетаньяху, конечно, но Бениамину Нетаньяху есть возможность еще это исправить, и, как говорится, да, это другой вопрос. Прыгнуть в последний вагон. Но ситуация в небе над Сирией, она может быть критической для безопасности Израиля.
Теперь, что касается Ирана, вот я хочу договорить то, что я... Да, вот, пожалуйста, своим минута, я хочу еще ответе, оставить время для буквально, Марка. Очень быстро, буквально одну минуту. Иран практически со времен Ирано-Иракской войны не воевал. Он воевал только гибридно. Поэтому и сейчас вот эти все угрозы в адрес Израиля, это угрозы в основном гибридные. Не будет лететь ракет из Ирана, не будут иранские войска, регулярная армия или корпус стражей принимать участие в каких-то военных действиях против Израиля. Это будут вот эти вот бородачи на старых хаммерах с пулеметами. Это все, что на все, на что они способны. Это вот гибридная война и прятаться среди мирного населения и поднимать гнев леволиберальной общественности во всем мире, которые будут осуждать Израиль за то, что он наносит потери ни в чем не повинным мирным бородачам с калашниками. Но и это еще не все. Дело в том, что здесь речь идет о такой угрозе, знаете, совокупной. Вот есть боевой слон, и рядом с ним такие боевые мыши. Вот это то, что объединяют иранцы для того, чтобы напасть на Израиль со всех фронтов. Единственная реальная, очень серьезная угроза безопасности Израиля сегодня – это Хизбалла, который может реально обрушить тысячи ракет на Израиль и поразить точными ракетами абсолютно любую точку на территории Израиля. Вот это самый главный козырь Ирана. А все остальное – это боевые мыши, с которыми Израиль сможет справиться. Ну, лучше бы не проверять, но посмотрим. Марк, вопрос к тебе. Всегда террористы, совершая свои нападения, декларировали авторство. В этом была как бы их задача. Это было для них и такой информационный пир. Это мы сделали, вот мы такие сильные, независимо от того, что именно сделали. Но вот посмотри, вот то, что было в первую неделю Песоха. Обстрелы из Газы. Тут же началось. Хамас говорит, это не мы. Исламский джихад не подтверждает. Непонятно кто. Обстрелы из Ливана. Хизбалла. Это не мы, это палестинцы. Палестинцы, это не мы. Ливан. Мы вообще ни за что не отвечаем. Мы не знаем, кто это. Нашли какие-то, показали на фотографиях два каких-то ржавых корыта, из которых якобы стреляли. Обстрелы из Сирии. Мы утверждаем, что это как конкретные боевые подразделения сирийской армии. Сирийцы говорят, нет, это не мы. То есть авторства нету, подписи нету. Спрашивается, а зачем тогда все это делалось? Ну, Иран мог бы заявить, вот мы продемонстрировали свою силу, скоординированно ударили по Израилю с трех фронтов. То же самое могла сделать Хизбалла, исламский джихад. Но нету. Так, а почему? Зачем тогда все это нужно было? Учитывая краткость времени, я даже если повторюсь, то сделаю это очень быстро. Я уже только что сказал, у Хамаса есть свои интересы, не связанные с Израилем, но опасные для нас, когда они принимают за их решение свои политические интересы в арабских, так сказать, ну, конгломератах, иудеи, самарии, свои интересы. Но сегодня они решились на то, чтобы эти интересы продвигать, связанные с нашим ослаблением. Кроме того, тех, кто, так сказать, заинтересован в авторитете этих террористических группировок, так, араб, может быть, там, я не хочу там, надвигать на какую-то национальную окраску, но тем не менее, безусловно, в нашей стране есть такие люди, которые с интересом следят за действиями террористических группировок, они, безусловно, дает им понять, вот видите, какие мы крутые. Одновременно никто не хочет большой войны. Почему Хизбалла открещивается? По очень простой причине. Если Хизбалла возьмет на себя ответственность, и то есть мы получим легитимное право на ответный удар по Ливану, то ливанское общество, какое бы оно ни было слабое, Хизбалле этого не простит и возложит ответственность Хизбаллу за свои проблемы, связанные с нашим ответом, и Хизбалла этого не хочет. То же самое Хамас. Если мы ответим, то очень тысячи людей в Газе потеряют работу в Израиле. Хамас боится реакции своего населения, которое находится в очень тяжелом положении. Они демонстрируют крутизну в ответ на храмовую гору, на все остальное. И одновременно они создательно провоцируют, потом наносят удары, демонстрируют крутизну тем, кому они хотят ее продемонстрировать, но в то же время не берут на себя ответственность, что
легитимно вроде бы лежает, даст право на ответные, на серьезные ответные действия. Восток – дело тонкое, вот, собственно говоря, все понимают. От того, чтобы ты задаешь тот вопрос, как же нет авторства, то все знают, это автор, при чем говорит. А ну, что? А что это марсиане прилетели? Что это, я не знаю, там, из Киргизии, из Норвегии, я прошу прощения, у Киргизии, Норвегии. Откуда это взялось? Только отсюда. Нет других авторов, можно не отписаться вам. Понятно. Но в то же время нет авторства, нет права на легитимный ответ. Вот, собственно говоря. Коллеги, большой разницы не хочет сегодня никто. Но все хотят демонстрировать, какие они крутые, включая наших силовых финансовых министров. Они тоже хотят демонстрировать. Это понятно. Но там они авторство свое подчеркивают. Там они свое подчеркивают, у нас другое государство. Коллеги, на этом все. Они пока не боятся народа, а зря. Спасибо за этот разговор. Но я помню, что в нем принимали участие израильские журналисты Цви Зильбер и Марк Горин. До свидания. Пока-пока.